Есть несколько вариантов сценария абьюзивных отношений. Один из них – это когда для ребенка любовь равно боль, любовь равно побои. Там папа меня бил, я же не могу признать, что он мудак. Это значит, что он так меня любил. Потому что если я признаю, что папа мудак, это значит, мне будет больно, а я не хочу, чтобы мне было больно. Поэтому я лучше буду считать, что это любовь. И я найду себе такого же папу, ну, папа, понятно, такого же мужчину, с которым у меня будут подобного рода отношения, и это будет для меня про любовь. Второй сценарий, когда женщине очень важно доказать своему папе, что она хорошая. Папе, который ее бил, естественно, потому что она чувствовала, когда папа ее бил, что она плохая, что она недостойная, что она никчемная, что это с ней что-то не в порядке. Папе доказать, конечно же, не удастся, потому что он... И она пойдет доказывать своему потенциальному мужу. Беда в том, что муж будет играть с ней в горячо-холодно. Он после того, как ее побьет, будет говорить: «Любимая моя, прости, ты у меня самая лучшая». И вот это ее катарсис. Вот за этим она терпит, унижается, чтобы он ей вот хоть чуть-чуть дал той любви, которую не дал папа